У нас какое сегодня число? Второе? 2 февраля. Друзья, всем привет. Сегодня 2 февраля. Мы едем в Архыз. Правильно? Романтик. А, в Романтику, да? Романтик, поселок Романтик. Поселок Романтик. Пейзажи тут у нас, конечно, ребята, обалденные. Это Ермоловка. Это Ермоловка? Да. Мы уже въехали в Ермоловку, да? Нижняя Ермоловка. У меня же фамилия Ермоленко. Да. А тут Ермоловка. Ну, да. Как бы все ясно и понятно. Вы видите, ребят, солнце вышло. Утром был небольшой снег мокрый с дождем. А вот сейчас где-то около 11. Солнышко светит. Горы освещаются классно. Глаз прям, знаете, отдыхает. Вот та дорога пошла на верхнюю Ермоловку. Вон дорога. Какая? А вон по Радколу, видишь? Верхняя Ермоловка. Так она еще и выше получается? Ну там, ну, раньше жили, а сейчас там ничего. А, там никого сейчас нет? Да, вот дорога, вот. Да, вот, Ирёк, вот дорога пошла. Да? Это верхняя Ермоловка. А, вот откуда спускается, да? Да. Да, Юра. А? Кладбище и центральная улица осталась. Ну да, центральная улица, да. Вот. Кум там жил. Там липа, дерево, груша. А видите, ребята, в этом снег лежит в лесу еще, видно. На северном склоне, на южном уже нету. На северном видно было. Что ж такое? Потеет стекло. Кто ж тут из нас пил сегодня? Может, а вчерашние дрожжи? Может. Стопудово вчерашние дрожжи, скорее всего. Сегодня только компот пили. Сегодня компотик и чаек, и шулюнец. Компот кизила. Компот кизиловый был, да. А вот это вот напротив, вот видишь, сзади, это Меркурий воду берут. Вода, нартан, есть Меркурий? Вот в этом здании, да? Да. Там скважина. Скважина. Это Меркурий. Нардан, это Меркурий. Здесь они, да, берут? Да, да. Тут берут, чертежки разливают. Ты смотри. Так вы, считай, на источниках живете-то. Артезианских. Да. И вот тоже снежок. Ну что ж такое? Ух, гора прям здесь начинает. Смотрите, прям рядом с дорогой эти скалы. Так там пока туман. Оленья балка, да? Речка. Небольшая горная. Как здесь все расстроилось, слушайте, здесь же раньше ничего этого не было. Не, ну там на той стороне, видишь, это вот сейчас, ох, ни хрена себе, смотри, я тоже. Так понастроили, глянь, этого же не было ничего. Эти были. А вот и видишь, Илья, вот и лестница идет на лик. А вот справа она должна сейчас. Ты смотри, ни хрена себе. Паркуемся. Молодцы. Вылазим. Ой, как хорошо, ребята, солнышко светит, смотрите, красота. Палаток тут понастроили, церковь есть. Мы будем подниматься вон туда, где-то там есть лик Христа. Вот они. О, это наша Нива. Санек остается, Санек, Илья остается. Санек, красота. Санек, красота. Да. Вон лес, вон лес. Сейчас тут здесь скульптурно, ты видишь? Захотим? Нет, ну вы что? Не давайте в Архыз на обратном пути, потом по рынку походим. Да, идите. Пошлите на лик, поднимемся и потом уже обратно это. Ну, попасть. Давай спросим, почем? Добрый день. А сколько стоит? По-разному, какая у вас? Белая. Белая. Тысяча. Сколько? Тысяча. Тысяча? Да. А можно померить? Конечно. Илья, в примере, как оно будет? Да, зачем? Очень шикарно. Как тысяча, да? Как Хабиб будет. А ну-ка, вот сюда давай, на солнце. Даем. Так. Если она большую, можно утянуть. Это если большая, да? Да, если она большая, да, вот здесь вот они утягиваются. Один раз утянули, завязали и все. А, понятно. Это тысяча, а какие еще цены? Вот полтора козья шкура, это они подороже. Черный по полторы, да? Да, да. Угу, понятно. Можем чуть-чуть уступить. Ну мы тогда на обратном пути, если вдруг... Тогда к вам хорошо, подойдем. Да. Илья, так тут уже что-то меряют. А что меряют? А, это чехлы, что ли, да? Да, вот на машине. А мне вот эти шкуры нравятся. Блин, они такие мягкие. Почем? От полторы до двух с половиной. Выбирайте любую хорошую стулью. Полторы-две с половиной, да? А большущая, самая большая. 200 800 я вам уступлю. Самая большая это какая?
это небольшая. Ты больше едешь? Ну это от одной овцы. Ну что, идем, нет? Вась, ты не пойдешь на лик, что ли? Да нет. Лен, пошли, пошли, поднимемся, хоть лик посмотришь. Пошлите, пошлите. Пока солнышко светит. Да он, короче, уже это, приземлился. Нерукотворный образ Христа Спасителя, лик Христа, явлен миру 20 лет назад, 19 мая. Обнаружен случайно братьями Сергеем и Анатолием Варченко. Находится на высоте около 100 метров над уровнем реки. Большинство ученых относят написание образа ко времени создания нижнеархызских храмов 10-12 века нашей эры. Возможно, это древнейший архетип Спаса Нерукотворного на территории современной России. Обалдеть! Дорога сия к лику Христа Спасителя на левобережье реки Большой Зеленчук горы Мыцешты. Это гора Мыцешта. Ребят, устроено в 11 году, буквально вот 8 лет назад. Стараниями и жертвой благотворителей Сергея Селютина, Юрия Балеги, Натальи Власенко, Натальи Дудник, Олега Жидяева, Александра Иванова, Петра Катриченко, Елены Ляшовой, Александра Минасова, Николая Мурадова, Руслава Тамбиева, Сергея Хохлачева. Ой, какие молодцы ребята. Я здесь был лет, наверное, 15 назад. Никаких вот таких вот ступенек не было и в помине. Мы здесь лазили, вот такая тропинка была. Так, а где мои родственники-то? Ох, как они высоко поднялись. Короче, лик находится на уровне 100 метров от реки. Река Большой Зеленчук находится за этими постройками новыми. Что-то у меня уже дыхание начинает спирать. Надо срочно догнать родню. О, уже поднялся метров на 10-20, наверное. Как нам повезло с погодой, слушайте. А. Утром был дождь с мокрым снегом. Привет, привет. А прям, видите, приехали сюда на лик. А здесь солнышко. Классно. Ой. Начинаю уставать прям. Чувствую, ноги накачиваются. Фу, хоть поверхность ровная. Ой, а можно я вас обгоню за своих родственников? Так, так, так. Фух. Как-то это, ребята, вы быстро поднимаетесь. У меня это отдышка начинает работать. Смотри, малой. Ты, значит, молодой. Ну, Илюха спортсмен, понятное дело. О, нет, Санька, Санька, он самый первый. Санек самый первый? Красавчик. Ой, какая красота. Фу. Надо дух перевести. Опасно, камнепад. Находиться на лестнице во время дождя опасно. Для жизни возможен камнепад. Фу. Ой. Что, передохнем? Я что-то прям это, фу. Мы прям так резко начали подниматься. Да, ну дай отдохнуть, Илья. Ты-то молодой спортсмен, а мы-то уже это, фу, не в том возрасте. После пожара нагорели, нет? Да, был пожар в лесу, открылось явление миру Христа этого, лика Христа этого. Ну, почти ровно 20 лет назад. Лен, смотри, вот видишь скала? Вот типа на такой скале этот лик отображен. Красота! Смотри, вот поднимается, вон, видишь? Да-да-да, это не облака, вот. Порует. Не дыши, ртом. А тут что, еще и подсветка есть, что ли? Да, оно чувствует. Он что, светится? Вот, видите, ребят, фонарики тут есть, скалы. Прям можно их потрогать руками. Оно, видите, как слоями идет, да? Вот. Обалдеть. Ну, конечно, классно обустроили. Вот эта лестница. Это ж вы видите, столбы прям в скалу вбиты. Молодцы. И прям вот туман поднимается снизу. Заметно вам, незаметно? Мы прям видим, как гора дышит. Такая легкая дымка. Конечно, классно. Пацаны убежали вообще куда-то вперед. Ну, молодежь, понятное дело, спортсмены. Фу, а что-то я уже чувствую, что мне 33 года. Фу. Дыхалка, конечно, уже не та. Ой, фу. Панорама Зеленчука все шире и шире становится. Ты заметила? Видишь, как Зеленчук? О, так течет. Да. Вот протока какая-то, островок. И туман, туман. А что вы, это уже все? Там мы уже туда поднялись. А вы видели лик Иисуса? Да. Где? Ну что там же лик должен быть. Мы же зачем идем туда? Мы идем туда. А, на лик посмотреть. Там желание надо загадывать. Там желание надо загадывать? Конечно. А вы что, поднялись типа спуститься? Конечно. Вот же эта скала. Когда лес сгорел, этот лик обнажился. Даже вот остатки деревьев есть этих горелых. Вот же они когда горели 20 лет назад. Зеркало, смотрите.
Вот-вот-вот. Это бронебойное должно быть стекло. Бронебойное? Ну, чтобы пулями нельзя было его пробить. Да потому что кто-то стрелял в него, понимаешь ты? С пистолета. Вон, вон, стекло, видите? В Иисуса? В лик Иисуса стреляли. Ну, вон он, лик. Иди сюда. Смотри, в стекло. О, точно. А, вон, я вижу. А я не присматривался. Так, давайте загадывать. Санек, ну ты смотри, вон, в стекло, что свет. А мы когда здесь были 15 лет назад, да? Мы туда подымались вот прям вот так вот. И прямо на этот лик подымались. Прям есть фотографии дома рядом. Конечно. Вот по таким же ракам поднимались. Вот лестница не было, вот смотри, вот это все. Короче, видишь, Илья, в него стреляли из пистолета, и поэтому поставили вот это бронебойное стекло, чтобы, блин. Дай, сфоткаемся. Обалдеть, это такая... Я в шоке. Только 20 лет назад его открыли. 20 лет назад? Да. И краску даже не поймешь. Ты увидел? Черный, какая краска? А вот я сначала не как смотрел, но не видел. Его видишь? Не присматривался. А когда присмотришься, видно. Да, красотища. Игорь, ты снял списка? Ну, я приближу. На видосе, конечно. А вот панорама с лика. Речка Зеленчук, снег лежит. 2 февраля. Класс.